Итак, в Ульяновской области продолжается разворачивание дополнительных инфекционных коек. Уже создано более 300 мест для зараженных коронавирусной инфекцией. Это половина от плана, который поставил глава региона. Кроме того, губернатор принял решение о введении карантина в Корсуне и Языково. Строгие меры должны стабилизировать ситуацию с медицинской помощью в муниципалитетах. По словам первого зампреда правительства, в Корсунской районной больнице работает сборная бригада специалистов. Это медицинские сестры, врачи, всего 38 профессионалов. Дополнительные меры по защите жителей закрепят в новом указе. Если и этот комплекс мер ограничительных не принесет нам тех результатов, на которые мы надеемся, то мы ведем режим чрезвычайной тогда ситуации. Причем ведем чрезвычайные ситуации сразу для целого ряда муниципальных образований. Если я увижу о том, что кто-то и даже после этого не осознает, то я поставлю вопрос об освобождении от занимаемой должности любого руководителя. К этой минуте в официальной статистике зарегистрировали 15 новых случаев. Таким образом, вирус COVID-19 подтвердили у 138 жителей региона.